Всем привет! Сегодня у нас очередные посылочки с AliExpress. Это вот такая вот временная татуировка. И очки. Сейчас объясню, почему я не распаковываю. Я снимал на телефон. Вот он здесь у меня на зарядке. И я не заметил ничего, но я не включил камеру. А уже отснял как бы все. Распаковал кому-то, я показал. Ну, вот такой, да, я человек. А, пришли вот такие вот очки-пустышки, так называемые окуляры. Они подходят только на овальное лицо, то есть не на квадратное, не на круглое, а именно на овальное. Потому что вот много вот у продавца комментариев с тем, что не подходит по типу лица. Ну, я померил, они в принципе ничего такие клевенькие. Ссылочку оставлю, шли очень-очень и очень долго. Около 45 дней, это, наверное, чуть ли не самое... Долгая посылка из Китая. Вот, видите, что происходит с этим телефоном. То есть он сам включился, сам выключился. Но это уже в другом видео будет. Что-то меня вообще разочаровывает начал в последнее время этот телефон. Вот, продавец, то есть я открыл уже спор, все, думаю, возвращайте деньги. Он такой, нет, все, типа, придет. Ну вот, сегодня только вот пришли. Ну, в принципе, стоило ждать. Неплохое качество, в принципе, ничего нигде не отваливается, ничего не люфтит, вроде бы такие симпатичные. Очки, как называйте, как хотите. Так, татуировка шла где-то примерно 20 дней. Покупал я ее за доллар с чем-то, ну, не больше доллара. А сейчас я, наверное, ее сделаю на руку, почему бы и нет, и покажу вам. То есть в этой уже татуировке нет инструкции, вообще ничего нету, как в предыдущей. Если вы смотрели видео предыдущей татуировки, то там была инструкция на заднем. То есть татуировку я еще раз повторяю, как правильно пользоваться. То есть скрыли, убрали с татуировки защитную пленочку, сделали куда хотите сделать татуировку, или на руку, или там на шею, не знаю, хоть куда. Потом водой смачиваете. То есть держите немножко, и татуировка переводится. Вот, татуировка это уже вторая, точно такую же я заказывал первую, хотел снять обзор, но никак не получилось, потому что пришлось, точнее, подарить. Мне попросили, я подарил. Такая татуировочка, ну думаю, еще раз закажу, и как бы, это, кстати, быстрее пришла, чем та предыдущая. Вот, она уже перевелась. Давайте ответственный момент. Вот такая вот татуировочка, в принципе, неплохая. Зачем мне номер перевелся, это непонятно. Сейчас она чуть-чуть подсохнет. Такая вот, в принципе, неплохая татуировочка. Ссылочку дам, заказывайте. Обязательно все. Всем спасибо за внимание. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал обязательно.